Доброй ночи. Обзор дешевой еды. Я просто слушаю, пищит что-то на улице. Не понимаю, да, ночь, все равно все время шумит что-то. Невозможно спокойно дела делать. Вот такие помидорки мелкие. $250, коробочки бывают. Ну, небольшие коробочки. Обычно 50-80 рублей стоит эта коробочка. А российские даже дороже стоят. Помидорки там 100-120. 250 грамм. Да, цена такая. 100-120 рублей. И, ну, то есть 70-80 рублей маленькие эти желтые, красные. Так. Они где-то хранились неправильно, уже стали подсыхать там, но в нормальном состоянии еще. По-моему, нормальном я попробовал. В общем, их резать не обязательно. Нормальное состояние. 20 рублей. Коробка. 250 грамм. То есть мне получается 80 рублей. Килограмм. Я, правда, не взвешивал их. Надо взвесить. Точно ли там 250 грамм. Вот такие вот прикольные помидорки. Не понимаю. Ну, фокус, что ли, не меняется? Нет, поменял. Что-то странно, как-то фокус работает. Ну, странная какая-то помидорка, странный окрас. Вот что я показывал, эту помидорку. Ну, вот эти яблоки я показывал. Примечательно, вот только у них цена 30 рублей, сладкие. Где-то они там сохранились, это, по-моему, еще старый урожай старого года. Где-то они 100 лет валялись, и вот я купил. И теперь живу как богач. Ну, это, конечно, я шучу. Ну, яблоки неплохие. По сути, ничем не отличается. 30 рублей вот это яблоко. Сладкое оно еще по вкусу. Вполне хорошее. Сейчас надо тогда показать. И вот у меня еще осталось с перекрестка яблоко. 100 рублей, которое стоит килограмм. Ну, обычное яблоко. Не знаю, почему оно 100 рублей стоит. Какой-то червяк погрыз яблоко. Так. А, ну сравните, я хотел. По мне, вот это даже лучше. Вот и все сравнение. Ну, я не буду даже сейчас пробовать. Потом попробую. Так. И основное, груши. Какие-то, по-моему, аргентинские. 40-45 рублей. Ну, в разных местах. В одном 40, в другом 45. Вот такие вот груши.
Но дешевле, потому что они побитые. Вот, видите, побитые. Так. Надо попробовать, кстати. Крушу я попробовал. Да, груша прикольная. Говорит, сладкая, но более мягкая, более сладкая, чем яблоко. Прикольные груши. Но вот тут они не растут. Где-то они в Аргентине выросли. Надо, чтобы тепло, земля хорошая. Здесь нихера нету. Ну, в общем, купил я их. Так обычно 150. 150 груш стоит. Это 45. Так, ну, в общем-то, все. Всем спасибо. До свидания. Ешьте груши по 45 рублей. Становитесь либертарианцами. Подписывайтесь, ставьте уведомления, и я вам наснимаю еще всяких кучу гору мятых яблок.